Меня зовут Володя Аваденко, я из Москвы, это Россия. Я занимаюсь радиолокацией, я по специальности программист. Ну, в первую очередь я интересовался еврейством, потому что у нас в семье практически ничего об этом не известно, кроме того, что мы евреи. И на одном из семинаров, и это был Лимуд, у нас была танцевальная сессия, и там были еврейские танцы. И я решил попробовать, потому что меня всегда это интересовало. И первый раз я там попробовал танцы, они мне очень понравились. И с тех пор я решил, ну, решил я дальше заниматься этими танцами. Но не было возможности. А потом в один момент у нас в нашем молодежном клубе в Гилеле появилась танцевальная студия. Я туда пошел, мне очень понравилось. И через некоторое время я узнал, что есть возможность поехать на семинар, где собираются преподаватели, собираются коллективы со всего мира. И я очень рад, что мне выпала такая возможность поучаствовать в этом семинаре. С тех пор, как я стал заниматься танцами, я стал узнавать для себя больше нового в еврейской жизни, потому что у нас есть очень много танцев, которые связаны с нашей традицией, с нашей культурой. Таким образом, я стал больше понимать нашу культуру, и поэтому, приезжая сюда, это для меня большая возможность, во-первых, познакомиться с культурой различных диаспор в различных странах. Мы как бы становимся одной семьей, и мы получаем просто колоссальный заряд энергии на целый год, который позволяет нам, ну, иметь силы, чтобы работать дальше. Конечно, все не стоит на месте, и нужно идти дальше. Я считаю, что, в принципе, ну, должен быть какой-то источник пополнения энергии, источник пополнения, как бы, вдохновения для дальнейшей работы. Но все дело в том, что поскольку не так много знаний в еврействе, там, не знаю, там песни, откуда там, откуда, и где есть благословление и прочее, на чем основаны наши танцы. И когда мы узнаем новый танец, когда мы его учим, я всегда спрашиваю преподавателя, о чем этот танец, какое он имеет значение, какой он несет смысл. И, например, могу больше знать о шаббате, потому что, например, я уже знаю, что у нас есть танцы, посвященные различным праздникам, различным дням. И поскольку у нас, ну, никто не знает об этом, я могу это объяснять, и это действительно очень важно, потому что в моей семье ну, это все новое, и им действительно очень интересно это знать, и они тоже становятся как бы частью этого.